В этом видео я расскажу вам об NFT, которое было создано на основе руны Крада. Досмотрите это видео до конца, чтобы узнать, как им пользоваться. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить видео о других рунах и амулетах. Если ваша цель осознать себя в этом мире, противостоять тому мировому порядку, который нам навязывают, это видео для вас. Поскольку тема сверхъестественных способностей человека и их развитие в современном технократическом мире запретна, данная площадка не заинтересована в продвижении этой информации. Поэтому делитесь этим видео с друзьями. Итак, о славянских амулетах. В первую очередь, эти славянские символы помогут вам восстановить вашу генетическую память, а в последующем понять свои истинные цели и желания, которые приведут вас к гармонии и благополучию. Мы понимаем магию как действие, связанные с верой в способность человека влиять на силы природы, предметы животных, судьбу людей, подчиняя себе сверхъестественные силы. Однако вы должны всегда помнить, что человек сам по себе — это магия. В каждом человеке заложена способность через познание самого себя, своей сути, своей силы меняться самому и менять все вокруг. Руны — это инструменты на пути к самопознанию и достижению своих истинных целей. Они наполняют магической силой талисманы, открывают тайны прошлого, будущего и настоящего. Медитация на рунические символы обеспечит глубокое понимание их символизма, откроет человеку путь к познанию мира и самого себя. Славянские руны – особые знаки, которые использовались не только как азбука, но и для проведения магических ритуалов. Многие люди желают улучшить какую-то ситуацию или усилить нужные связи. Некоторые хотят распрощаться с изжившими себя отношениями и событиями. Славяне в таких случаях обращались за помощью к руне Крада, сакральная сила которой заключается в магическом действии огня. Руна Крада занимает 6-ю позицию в славянской рунической цепочке. Ее изображают в виде вертикальной линии с отводом вправо своеобразной веточки, образующей острый угол. Сам знак своим начертанием напоминает латинскую букву Y. Считается, что правильное расположение символа наделяет людей положительной энергией, дарит им удачу. Красная или оранжевая крада открывает энергетический канал человека. Талисман обладает многими защитными свойствами, уберегает от слабости и трусости. Избавляет от негативных мыслей и депрессии. Уменьшает количество неудачных ситуаций и жизненных проблем. Снижает риск потери бизнеса. Обеспечивает особую защиту деятелям искусства, телеведущим и ораторам. Не случайно славянская руна Крада подразумевает сжигание каких-либо связей. Она тесно связана с жертвенным огнем. Ритуальное пламя может оказаться обнадеживающим огоньком в алтаре храма или погребальным костром. В любом случае знак предвещает резкую перемену в жизни человека. Сакральная руна символизирует всепоглощающий огонь. Правильное расположение символа означает разрыв связей с людьми или обстоятельствами. Яростное пламя очищает все, что утратило свою актуальность. У одних происходит перекрытие каналов, у других – освобождение от привязок, у третьих – разрушение мостов. Огонь уничтожает ненужные вещи, оставляя созидательную жизненную энергию. Сила жаровни помогает человеку увеличить собственную энергетику, повысить духовное самопознание, раскрыть внутренний потенциал. Личность освобождается от сомнений, внешних и внутренних ограничений. Происходит озарение человека, появляется возможность обретения верного пути. Вы достигаете нужных целей. У него развиваются лидерские качества и умение влиять на других людей, улучшаются материальные блага и работоспособность, укрепляются личные отношения и здоровье. Руна очищает человека от лишних эмоций, позволяет ему увидеть происходящие события без прикрас. Открытие правды нередко причиняет человеку боль, но рана со временем заживает, и наступает полное выздоровление души. На основе этого амулета создана NFT, которое может получить практически каждый желающий. При этом вы должны помнить, что положительного действия можно ожидать только с чистыми намерениями. Активируется этот амулет у вас с момента приобретения вами соответствующего NFT на площадке. Когда происходит обмен энергиями, вы отдаете частичку того, чем владеете, и соответственно, и получив NFT, или выразив благодарность иначе, активируете амулет. Переходите по ссылкам в описании, там вы сможете получить информацию о других славянских амулетах и о нашем проекте. Желаю всем достижения своих чистых истинных целей, благополучия и процветания. Во благо!